Декларация 25-летия независимости Казахстана имеет важное значение для судьбы нашего государства, считают карагандинцы. В документе отображены все важные достижения республики за четверть века. Масштабные реформы произошли не только внутри страны. Многие инициативы Казахстана направлены на укрепление международной безопасности. За 25 лет независимости Казахстан стал политически стабильным, с динамично развивающейся экономикой страной. Мы вошли в 50 конкурентоспособных стран мира. Сейчас мы поставили задачу войти в 30-ку развитых стран мира. И все эти достижения стали возможными благодаря нашей независимости. Я от себя лично поддерживаю принятую декларацию к 25-летию независимости